мы планируем либо ужесточение или ограничение. То есть фейки из мессенджеров могут появляться на свалку истории, сообщения в различных чатах, прочие обязательные ношения в чатах, самоизоляцию для пенсионеров, перевод и сотрудников организации на удаленку. Его еще раз заявили в Роспотребнадзоре, просто необходимо соблюдать действующие правила. Четких мер профилактики, режима дистанцирования на каждом объекте, в каждом организованном коллективе будет строгое выполнение мер профилактики. Я думаю, что на данном этапе либо же ограничением мы не будем. Сказали в Роспотребнадзоре, сейчас в сезон роста ОРВИ возможны локальные ограничения, запрет на массовые мероприятия в определенных и прекращение учебы в отдельных школах и классах. Сегодня на границу шли 8 классов в 4 казанских школах. В всех же учреждениях образования сегодня выявлено 50 больных коронавирусом. 25 учеников сегодня уже закрыто с наблюдением. Закончилось с одним случаем заболевания. Наблюдение 27 учеников и крайний срок наблюдения 24 октября. Вирус не выявлен. В ближайшее время от него продолжит бесплатную вакцинацию. Она приостановлена. Вакцина закончилась. Первые партии были привиты более 700 тысяч человек. По сообщению Минздрава поступил первый вакцин от коронавируса. Из-за сложной ситуации в Норвегии начали возобновить дезинфекцию въезда в многоквартирных домов. Меры действовала давно. Сейчас обрабатываем в основном места, где люди чаще соприкасаются. Это значит именно лифты, рилы. Основной входной входная группа – это двери, дверные ручки. Вот эти места часто. И мусорная клапана. Еще из мер профилактики салон общественного транспорта ежедневно специальным раствором, продолжается тестирование на коронавирус всех летающих из-за рубежа. Дмитрий Арин, Ильшат Мухаммедов, НВ, Казань, Бережные Челны. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет-селтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.